Всем привет! С вами я, мистер Найк. И как вы видите, я скачал новую игрушку. Это называется The Escapes. Перевод. Побег из тюрьмы, конечно же. Это я не буду. Я начну для вас новую игру. Я буду называть слишком короткое имя. Да знаю я. Да я перепишу. Я буду знать мистер Найк. Мистер Найк, продолжить, да. Обучение очень легкий, средний, сложный, очень сложный. Выберите тюрьма. Ну, для начала я как вам покажу на всякий случай. Вот обучение, конечно же. Посмотрите обучение. Вот оно, обучение. Да, побег это важен. Так, отвертка, носок. Дальше. Правка по мыши и переставить его кравку по мыши. Знаю. Теперь надо его зайти, потом сюда. Потом надо смотреть сюда. Потом вот так вот идти. Это самая суть. Вот, как вы видите, я вот спускаюсь вниз. Стол пацана. Заходим. Точнее. Надо вот сюда нажать. Так, теперь создание носок плюс мыло. Получается мотолок. Мотолок в фигне. Пожалуй, сюда. Ждем пробел. Форму. Нифига себе, его 110 урона. И форму возьмем. Дальше. Идем. Нам все сейчас. О, привет. Привет, конечно, привет. Нам нужно разрешено все тут. Тут можно взять лопату. Сюда прокопать. Тут есть такой. И тут будет вот такая вот штука, как вы видите. И мы вышли наружу. Это суть игры. Дальше. Посмотрим. Так, это сколько пацанов тут? А где тут мой друг? Его нет. Да, начать. Начнем. И, ну, давайте... Я сейчас тут расскажу. Первый день, да, я знаю. Мистер Найк, добро пожаловать. Всякая фигня. Тут мой стол, тюремная жизнь, все такое, по порядке. Идем... На перекличку. Тут можно... тут можно помогать людям зарабатывать деньги. Так, успокойтесь. Сегодня шмот на хатах у следующей пары. Так, это они. Мы наказываем любовью. Отличненько. Оказывается, что сбежала, но скоро вернется. Ну, знаю. Здесь живется хорошо. Хочу вас всех похвалить. Спасибо. Есть вопросы? Найн. Мы слышим пакет кабельного телевидения для всех заключенных. Кто-то залез на склад. Окей, я знаю. Теперь завтрак. Пошлите завтракать. Профиль. Скорость 30, интеллект 30, сила 30. Тут все, короче, на 30. Первый когда? Теперь надо взять это. Тут можно столовые приборы. Это для убивания людей этих. Вот тут это как будто живет уже несколько год. Несколько лет. Я только ж. Я молодой. Это вообще пипец. Афро. Помедленнее. Нифига себе мнение, сколько у него интеллект. Вот почему у него заточка из гребня. Так, а у него что есть? Так, древесина. 6, 18. А, молодец, хоть. Но древесина понадобится. И лопатки еще. Мы все равно сбежим отсюда. Да, тут целую минуту. Так, теперь... Так, пережив. Я пошел, короче... Это... украсть что-нибудь. Окей, вот сюда пойду.
другое. Пошел фон. Знаю. Извини, пожалуйста. Со мной мой друг жил. Вилка, окей. Но все равно тупая. Это мой стол. После этого сохранить текущий. Знаю я. Сейчас вот сюда положу. Так, можем вот сюда зайти, потом вот на вентиляцию. Может, потом так вот пройдем туда, туда и там и дальше. Так вот можно сохранить игру. Через несколько минут. Так, дальше сюда идем. О, часы, жвачки. Жвачка пригодится. Так. Скрепка. Мечтал. Что она делает, я тут не знаю. Обложу. Стол. Тут у меня какой-то такой стол. Прикольно. Так, здесь мы не нашли файл. Файл. Такая синяя фигня. Так. Гребень лезвия. Так, скоро обед. Тут все такие... Ага, уже обед. Окей, я готовую курицу возьму на всякий случай. Похаваю. Так бы сказать. Так, пошли. Где? Опять там. Да. Если другую пройти, то было бы круто еще. Ого! Как это я... Быстрее, как? Да как? Вот, есть. Шевелись, блин, иди быстрее. Чё вы за меня командуете? Прочиной. Прочиная работа. Так, иду работать. Деньги получать. Грязная одежда. Стирать. Грязная одежда. Стирать. Это я возьму, положу вот сюда. Есть вот такой прикол. Можно вот грязную форму охранника. Когда постирать, можно ее просто забрать себе. Но они они заметят. Так, сюда. Трещинка. Сейчас подождите. Положу я это. Да ты гад. Положись ты. Молодец. Проверяет. Да ты очень полная фигня. Проверяние. Вот это мне не нравится. У меня 50 долларов. Ждите, дай мне положить. Иду. Ладно, иду. Чё, извините? Гады! Блин. Да, я знаю, я офицерскую забрала. Я хотел сам-то отнести, вы что-то. 45 дюлей. Давай уже, мистер Найк. Знаю я, как качаться.
А, я только ж два раза. Профиль 30, 29, 29. О чем продает? Файл! Круто. Ну, надо... Как его зовут? А, Митчелл. Чистое белье, грязное белье. Как, какой я прочный? Вау. Убили. Зажигалка. Еще одного мочь. Только не меня, пожалуйста. Туалетная бумага. Полная фигня. Ай, ладно, я пошел уже. Ужин. Ура! Да, тюремная жизнь это непростая. Ну, когда будет уже первый день закончен. Ну, конечно же, мы так нормально поиграли. Но скоро уже будем заканчивать. Потому что первый день уже скоро закончится. Потом уже второй день. Извините, вот, пожалуйста, извините, что я долго не снимал видюхи. Ну, некогда было. Родители ко мне приезжали еще. Так, подождите. А, ладно. Вечерний перерыв. Окей. Я пока, может, поработаю, если мне разрешат. Мне можно? Да, я поработаю лучше. Меня могут запалить. Немножко поработаю. Деньги, ну, все равно они мне не прибавятся, потому что... Ну ладно, постираю вот это и вот это. Готово. Да, мне сегодня вообще супер. Мне задали один урок, потому что у меня сегодня была контролька. Если я контрольку не сделаю, нихана. А и все. Блин, а что это металлический? Ага, понял. Так. Я так. А кухня почтальона причиной. Дворника. Вакансия. Окей. Ну, работа у меня нормальная. Чуть никого нету. Странно. Так, я пока буду воровать, конечно же. Это самое прикольное воровство. Фольга. Блин, батарейка, это самая крутая. Батарея и носок. Да. Носок надо. Ага, у меня же носок есть. Забыл. Так, я пошел к себе. Нет, носка нету. Жалочка, жалко. Вот. А ну-ка, сучу тоже ноги отсюда. Отойди из этой камеры. Ну, извините, пожалуйста. Я просто стояла. Что-таки не надо. Да. Уйду я с этой камеры, если что. Так, часы. Вообще супер. Но их вообще нельзя. Опять скрепка. Господи, у него опять тут скрепка. Гад. Все гады. Ладно, я пошел на перекличку. Ну, уже. Стой. Как-то Мэйзи заполучил в руки мою вещь. Шоколад. Мне она нужна. Окей. Просто я вот этого должен убить. И у меня сейчас будет хорошо. Ага, вот батарея плюс носок. Супер, молоток в носке. Чучело. Это фигня. Молоток в носке, кусок мыла, носок. А тут батарея, носок. Кусок мыла и носок. Комбинезон, любой наряд, клорка. И второе, наряд военный. Книга, наклеенная лента. Книга, наклеенная лента. Короче, я сейчас закончу, конечно же. Извините, пожалуйста, но в следующей серии мы прям найдем эту
наклеенную ленту и что там еще и книгу. Там сделаем эту офицерскую вот эту, короче, охранника. И все будет супер, супер-пупер. Так, ага, мне сейчас бери. Ага. Идем к сложной проблеме. Кто-то украл парик. Офигеть. Ага. Пытается сбежать все, там потому что земля была. О, меня он вообще одобряет. Так, ну все, отбой. Сохранимся. Ну, всем до скорого, всем пока. С вами был Мистер Найк. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, если понравилось это видео. Ну, всем до скорого и всем пока-пока.